Говорят, лет 60 назад на каком-то стадионе в Англии во время футбольной тренировки вдруг появились быстрые мотоциклисты и, отобрав у игроков мяч, также вот стали гонять его по полю. Чтобы играть в футбол на мотоцикле, кроме хорошей экипировки, каждый спортсмен должен иметь еще и водительское удостоверение. Из пешеходов на поле только судьи и вратари. Строгие правила оберегают играющих от опасности, особенно вратаря. На его маленькую площадку у ворот въезд запрещен. Совсем непросто в гуще схватки овладеть мячом, ловко вырваться из кольца окружения к воротам соперников. На пределе работают моторы. Руки не удержали руль, мотоцикл вышел из строя. Надо быстро исправить неполадки. Нервничают игроки, механики, тренер. А соперники атакуют. Да, сегодня их постигла неудача. Дружба, уверенность друг в друге поддерживают команду. Общим делом увлечены здесь рабочий и школьный учитель, шофер и студенты. Добровольных помощников домой не прогонишь, готовы ночевать в клубе. Мечта каждого мальчишки – сесть на мотоцикл, помчаться навстречу ветру. И она сбудется, если проявишь трудолюбие, смекалку, изучишь машину до последнего винтика. Тренер приглядывается к ребятам. Вот еще один подрос, и для него наступает день его первой игры. Футбол на колесах – это стремительное движение, умение крепко держаться в седле, меткие удары по воротам, остроумные финты, красивые пируэты. Игра нашего скоростного моторного века. Это еще очень нужный молодежи мужественный спорт, воспитывающий товарищество, стремление каждого к намеченной цели ради общей победы.